Давайте сейчас вот. Вот этот я ставлю. А вот без него. Хитрая мышка. Хай. Друзья, ну что делать? Куарана. Давай жениться. Не хочу. Будешь напрягать меня. Тебе придется бить каждый день. Привет. Блин, через 4 часа на работу тебе нужно уходить. У тебя мало времени. 4 часа это уже хорошо, если ты поспишь. Иди, пожалуйста, спать. А то пожалеешь, это 100% тебе говорю. Я знаю, о чем говорю. Да не надо. Да я не ношу кольца, я не ношу золото. Меня раздражает золото. У меня есть, но я не ношу. Вот мои украшения. Тряпки всякие. Я не ношу золото, не ношу. Почему нельзя? Можно. Мне можно. Я просто мне не нравится. Но я же не мусульманка. Да, я сама золотая. Мне не нужно украшение. Мне нужен один лев только. Спасибо за розочки. А я о них что могу рассказать? У меня есть подружка дагестанка, мусульманка, живет как я обычно, ну похоже, конечно, там шляется иногда, я-то вообще никуда не выхожу. Что я могу про них рассказать? Что, почему? Почему? А перед зато... А что, почему? Россия, город Ростов-на-Дону. Я выхожу по делам, ну, неинтересно, понимаете, гулять там, шляться где-то с кем-то. Спасибо. Ну, неинтересно человеку. Я не скрываю свою нацию. Кто сказал? Армянка по нации. Просто каждый раз, когда заходит тема про нацию, у нас тут скандалы начинаются. Мне не нравится это. Я не, нацизм вот этот не уважаю. Доброе.
И этот вопрос я в принципе не понимаю. Какая разница? Ну, кто я по нации? Какая разница? Мне вот все равно, кто какой нации. Пофигу. Хоть индеец будет. Приветствую. Украинец. Поэтому игнорирую. Неинтересный вопрос. Не имеет никакого смысла вообще. Ничего он не меняет. Я живу дома в России. Глаза как могут спылить? Да, дома это хорошо, чем лучше, чем в гостях, да? Все, короче, у меня уже ноги болят сидеть так. Да, давайте. Не хочется, конечно, уходить. Сегодня все так мило. Такие все хорошенькие собрались. Никто не обзывается. Так приятно с вами было. Сейчас я выключу телефон. И все. И не смогу уснуть. Конечно, обзывают еще как. Но сегодня нет. Ничего, с разбега прыгну в кровать. Укроюсь и буду спать.